Компания Rolls-Royce на конкурсе элегантности и стиля Concorso Eleganza Villa d'Este в Италии представила уникальную модель Swaptail, созданную в единственном экземпляре по специальному заказу одного очень богатого клиента, пожелавшего остаться неизвестным. Если признаться честно, то внешний дизайн модели Swaptail вызывает двойственные чувства. Если силуэт машины и кормовая часть кузова вызывает восхищение изысканностью линий и элегантностью форм, то фронтальная часть машины вызывает множество вопросов дизайнерам Rolls-Royce. Непропорционально маленькие фары головного света, огромная фирменная решетка радиатор и отсутствие бампера создают образ мультяшного героя. Однако столь странный контраст в дизайне машины связан с тем, что богатый заказчик принимал активное участие во всем процессе создания машины, начиная от первых набросков карандашом, заканчивая созданием пластилиновой модели в натуральную величину. Учитывая, что процесс создания машины занял несколько лет, из которых 80% времени ушло на утверждение каждого элемента интерьера и экстерьера Rolls-Royce, можно только представить, в каких тяжелых муках для дизайнеров Rolls-Royce рождался этот автомобиль. Впрочем, все это осталось за кулисами создания Rolls-Royce. А в готовом варианте машина представляет собой огромное и роскошное двухместное спорткупе, созданное на базе седана Rolls-Royce Phantom. Стилистика дизайна имеет сложную смесь, состоящую из экстравагантных мотивов автомобилей 30-х годов, фирменного духа винтажных моделей Rolls-Royce и едва уловимых черт люксовых яхт, что хорошо заметно по оформлению кормовой части кузова. Салон машины выполнен в традиционном стиле Rolls-Royce с использованием самых качественных натуральных материалов из кожи и дерева. Причем любопытно, богатый заказчик почему-то решил отказаться от задних сидений и приказал дизайнерам Rolls-Royce вместо них установить деревянную полку с подсветкой. Ну а теперь главное. Несмотря на то, что имя заказчика этого Rolls-Royce хранится в строжайшем секрете, тем не менее, вездесущим папарацци удалось узнать, что на постройку данного Rolls-Royce заказчик потратил 12 миллионов 800 тысяч долларов. Учитывая этот факт, можно смело предположить, что после премьеры данный Rolls-Royce отправится грузовым самолетом в одну из стран Персидского залива.